посерьезнее, все побыстрее, головой. Понятно, да? Ноги должны работать. Концентрация внимания на пределе, ведь впереди важнейшие матчи. В этом году отстаивать честь республики на крупнейшем международном детском турнире Кубок «Газпромнефти» будет команда «Юлайска Дюшор» 2008 года рождения. За подготовку юных хоккеистов отвечает опытный тренерский штаб, в который входит и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Андрей Сидякин. Подготовка идет своим чередом, скажем так, через товарищеские игры, через турниры мы готовились. А так все, что задумали, в общем-то, все сделали, все по плану. В то время как родительский актив отрабатывает растяжку специально подготовленного к соревнованиям баннера, юные юлаевцы продолжают свою подготовку на льду. Я чуть-чуть волнуюсь, но играть очень охота, и волнение пробивается. Больше таких тактических упражнений и не нагружаемся. В рамках тренировочного процесса перед главными играми сезона, которые пройдут на Олимпийских ледовых аренах в Сочи, наши ребята провели товарищеские встречи с командами старших возрастов. Получаем опыт, и как бы это очень сложно против старшего возраста. Надо больше пас играть, партнеров поддерживать. Соперниками Юлайска с Дюшор на групповом этапе станут Торпеда из Нижнего Новгорода, Ямала Салихарда и дебютант турнира пекинский Куньлунь Ред Стар. Борьба за выход из группы будет ожесточенной. Впрочем, как и всегда, шансы у наших ребят хорошие, но шапка закидательских настроений в команде нет. Слабых команд, наверное, не будет. Само по себе, потому что турнир такой значимый, сильный, да. А так вживую соперников не видели, то есть не видели их игры. Ну, по первым играм, наверное, будем смотреть, определяться. Будем нацелиться на максимальный результат, а уж как получится, посмотрим. 13-й розыгрыш Кубка стартует 22 апреля. За главный трофей Старого Света поборются лучшие 11-летние игроки со всей Европы. Наши воспитанники 2 года подряд подтверждали звание сильнейших на Востоке и останавливались в шаге от победы в суперфинале. Их младшие товарищи в этом году настроены повторить успех. Важно забить первыми и доказать, что мы главные на турнире, что не просто так сюда приехали. Стараемся, все силы выложим. Результат в детском хоккее весьма непредсказуем, и итоговый успех будет зависеть от мелочей. Но в одном можно точно быть уверенным. Наши ребята будут биться за победу до финальной сирены.